Осенние краски уже оживили сквер. Сотрудники Зеленстроя высадили яркие крупноцветные виолы. На финальной стадии работы по замену грунта на более плодородный. В свежий грунт посеяли семена будущего зеленого газона. Через пару недель семена прорастут и будут радовать анапчан и гостей курорта свежей сочной зеленью. Сотрудники Ремстроя приступили к монтажу капитальных урн. В сквере уже установлены новенькие скамейки. Все это в сочетании с декоративной подсветкой и зелеными насаждениями, которые вскоре появятся в сквере, создаст уют и благоприятную атмосферу для отдыха. С нетерпением ждем завершения работ.